Вітаємо вас! Ви навіть не уявляєте, як зраділа уся наша знімальна група, коли я оголосила місце проведення зйомок і привід проведення зйомок. Справа в тому, що у травні виповнюється 60 років легенді українського футболу, кращому бомбардиру футбольного клубу «Зірка» Валерію Петровичу Самофалову. І все б воно, ви знаєте, нічого. Але, скажу вам по секрету, я особисто нічого не тямлю у футболі. А тому вирішила зробити хід конем. Запросити собі на допомогу гуру з футбольної справи Юрія Сергійовича Ілючика. До речі, він зовсім випадково тільки-но проходив мимо. Юрій, вітаю, вітаю. Дуже дякую, що ти погодився сьогодні в такій нелегкій справі, як футбольна. Насчет гуру ви погорячились, но постараемся, помочь им можем, постараемся сделать так, чтобы еще больше людей узнали о Валерии Петровиче Самофалове, узнали о его прекрасной карьере, его служению нашему любимому клубу «Зірки». А можна таке дилетантське питання? Що таке футбол і чому його обожествляють люди? Футбол, ну, это самый популярный вид спорта на планете. Футбол это уже стало что ли образом жизни. Футбол это стало социальным явлением. Феномен футбола как популярнейшей игры на планете объяснить крайне сложно. Ну вот привлекателен он и все. Вот люди горят этой игрой, живут этой игрой и просто не мыслят себя без этой игры. Зрозуміло. Тоді давай зробимо так, розподілимо наші обов'язки. Ти задаєш питання, ти проводиш сьогодні інтерв'ю, ти будеш наодинці з героєм і ювіляром. А що тоді будеш робити ти? А я буду прикрашати кадр. Ходімо. І ще в мене таке дилетантське питання, що таке бомбардір? Нападник? Бомбардір – ні. Бомбардір – це чоловік, який забив більше всіх голів. Да, это лучший снайпер команды. Человек, который отличился больше всех раз в этой команде. И он наикращий бомбардир. За всю историю. За всю историю. Более того, это человек, который сыграл больше всех матчей в составе нашей команды. Более 550 игр. И забил 72 мяча. И этот показатель является рекордным среди всех, кто играл за Кировоградскую «Зірку». Ну и еще такая интересная информация, что Валерий Петрович был предан нашей команде и провел в ней громадное количество сезонов. И именно за эту преданность он был удостоен звания мастер спорта Советского Союза. За то, что сыграл вот такое количество игр за один клуб. Тобто нам пощастило жити в епоху Самофалова? Без перебільшення. Ну да. Які чувства вот для начала ви испытываете, находясь на этой арене? Які чувства? Опять ностальгія по тим временам, коли играл на этом стадионе. Вот, поэтому немножко щемит сердечко. А так, так все нормально. Когда вы полюбили футбол? Как начиналась ваша футбольная карьера? Ну, это может быть такая фраза избитая, что все начинали вроде как с детских площадок. Но так оно и было на самом деле. В Киеве. Я родился в Киеве. Жил, двор был у нас вроде небольшой такой, да. Но дружная была такая компания. У нас человек 8, которые имели рядом площадку футбольную. Поэтому мы там проводили основную часть времени. Футбол, я когда немножко так до футбола занимался некоторыми видами спорта, это был парусный спорт такой. Даже так, да? Да, но это было Днепр, рядом поехали мы тоже так, как знаешь, за компанию. Вот. Ну, а потом, конечно, футбол где-то проявился больше, и это потом началась школа «Динамо». Ну правильно, любой мальчишка, киевлянин мечтает играть в «Динамо». Вот когда вы шли в школу, тогда проводился отбор, набор. Как вы в школу «Динамо» попали? Да, там очень серьезный селекционный отбор был, потому что одна была такая школа, в принципе, которая, ну, престижная. Как бы. Много было команд, там и чемпионат города проводился в Киеве. Вот. Ну, конечно, все хотели попасть в «Динамо». Поэтому было очень сложно. И где-то в течение месяца это все проходили мероприятия, тесты, потом отбор. Вот так, таким образом попал. Вот ваш первый тренер? Абрам Давидович Лярман. Вот так вот, да, даже. Легенда, легенда защитник «Динамо» Киевского Киев, «Динамо», да, да, и, кстати, тренер Кировоградский. Был, да, какой-то период работал в Кировограде, да. И вот он меня сюда и, в принципе, и засватал. Какие качества футболистов старались развивать в те годы, когда вы начинали? Ну, я скажу честно, я, допустим, не придерживаюсь до сих пор этих всех его пожеланий, своим там воспитанникам это как вроде как бы внушал, что футбол, он требует, ну, большого уважения к нему,
трудолюбия, отдачи, какого-то там, может быть, самопожертвования, потому что соблазнов было очень много. Вот, ну, пришлось как-то вот это его наставление принять к сведению и, ну, считаю, что я, допустим, усвоил эти его уроки, и они мне пригодились в жизни. Многие рассказывают, ходили то на одного футболиста, то на другого футболиста. Разные эпохи, разные футболисты, но в первую очередь, конечно, в 80-е ходили на Самофалова. Вы пришли в Кировоград нападающим. Да. Вот амплуа вам сразу определили игровое? Или вы попробовали себя на разных позициях? Нет, начинал как нападающий, данные были, вроде как бежал, бил, поэтому тренировались. Ну, поэтому начинал как нападающий, пришел в команду как нападающий. Когда я попал в команду сюда, я говорю, это было как вроде за честь, потому что много было и футболистов хороших, и кировоградских, и приезжих, и конкуренция была очень приличная. И начинал-то я как, в декабре месяц сборы, это приезжает 50 человек, двумя автобусами едут на сборы, а четверо сборов, это Светловодск первый, потом начинается Закарпатье, потом начинается Крым, и четвертый сбор, это у нас обычно была Болгария. И вот это идет каждый этап отсеивания, это там с 50 до 18 человек. Поэтому пройти это и было... И вы через все эти круги... Ну, получилось, вы же видите, мы же поэтому сегодня снимаем передачу, что я, да, остался в Кировограде и прошел, и закрепился в составе, и выходил в начале, была конкуренция, был и Кацман, хороший наш нападающий Карпюк. Вот, поэтому выходил, да, бился, старался, хотел играть, поэтому... Так оно було. Сложно було, звісно. Валерій Самофалов – представник такого золотого покоління кіровоградського футболу, тому що якраз такі гравці і створювали історію нашої зірки, і вони вигравали і кубок УРСР, і в свого часу дійсно Валерій був одним з кращих форвардів кіровоградського футболу. Я думаю, що це його ювілей, він так символічно співпав з виходом зірки втретє в історії до прем'єр-ліги, тоді вищої ліги, зараз прем'єр-ліга. Вийшла зірка до еліти українського футболу. Я думаю, що Валерій, який зараз тренує дітей, от якраз і підготує покоління те, яке буде грати з часом у дублі нашої команди. Ну а потім будемо сподіватися, так же, як і він буде забивати голи у ворота того ж самого «Динамо Київ», «Шахтар Донецьк» і інших грандів українського футболу. Чим сильна була та команда Расторгуєва? Від іменем Олексія Івановича Расторгуєва в Кіровограді зв'язана ціла епоха. Расторгуєв – це фанат свого діла. Він на базі жив, він проводив все час з командою. Хорошие у него были помощники, допустим, и Махно Юрий Иванович, как начальник команды, и Горожанкин. Вот, люди, которые были фанатели, они занимались футболом, они хотели. Вот, поэтому и, соответственно, поэтому и команда была неплохая. Сюда я же говорю, что вот это, как только начинается чемпионат, тут много желающих, все хотели, но не все могли закрепиться. Потому... Обычно над молодым футболистом, когда он приходит в команду, кто-то берет шефство. Были ли у вас вот так вот на первых порах свои шефы, те, кто уделял вам внимание? Я скажу честно, допустим, всегда был очень хороший микроклимат в команде. Да, были люди по 10 лет старше нас, допустим, но они к нас как-то принимали. Если ты хотел играть, хотел помочь кировоградскому футболу, то и отношение из этих ветеранов было к нам такое же. Они, ну, с открытой душой там старались там и подсказать, и где-то там поддержать. Я не говорю о там привычной дедовщине, там мячи на сетке собрать. Хотя молодые это делают. А такое есть? Во всех командах. Да, конечно. Да. Конечно, молодые футболисты, их назначают дежурными, и они после игры собирают. Даже об этом не говорят, это уже как-то знают, уже свои обязанности каждый знал. Мячи, там форму, раньше форму как принес администратор, то разложить, раздать, конечно. Ничего страшного, тут нет ничего зазорного. А амбиции у молодых перспективных? Ну вот на поле надо доказывать. То есть это нормальный первый этап к профессионализму, да? Ну да. Подай, принеси. Это не мешает футболу, нет. Ну просто есть какое-то уважение. Ну то, что помогает, это, конечно, да, понятно. Да, не называют. Как же, так сказать, Нет, ну вот пусть Валерий Петрович скажет. Сейчас можно. А вы не раскладывали форму, когда появились зверьки? Ну почему? А я чем был лучше? Я также прошел все этапы. Ну а конечно. Конечно, это нормально. И после меня были такие Кончелискис, который этот самый играл в Манчестере, да. Вот, он тоже этим занимался, конечно. И мячи носил, и подавал. И... Это такое дело, тут ничего такого не зазорного. Я не исключаю, что этим и Евтушенко занимался. А Вадик вообще пришел в команду в 21 год, после, ну как, почти 21 год, после факультета. Уже вроде как сформированный, вроде 20 лет уже. Но тем не менее... Все делал то, что нужно было. Жестко у вас. Ну не жестко, это такая традиция футбольная. И вот мы выходим на поле, как дивные помнят слова. Не
не только ноги нужны в футболе. Нужна в футболе, между прочим, голова. Та команда, та зірка, чим виділялась? Своєю защитою, своїм нападенням? Или це була цільна, собрана команда, яка грала на достиження результату? Ну, от ми ж цю тему затронули, що ви сказали, що, допустим, завжди команда була где-то вот в лидерах, ну как, не занимали призовые места, но мы были всегда где-то на шаг от этого, где-то нам что-то не хватало. Очень сильная была линия защиты, ну, одна из лучших, я считаю, по тем годам, это братья Хроповы, это Порошин Мишка, это, допустим, Смыченко, Иона Вороток, Музычук потом чуть позже, вот. Честно скажу, пропускали очень мало. Мы за сезон играли очень строго, и, ну, и хорошие футболисты были. Я знаю Валерия Петровича дуже давно, з дитячих років, тому що сам займався футболом, коли тренер нас виставляв, ми завжди хлопцями билися, щоб коли йшла офіційна гра зірки, ми завжди билися, хто вийде на стадіон і буде подавати м'ячі за воротами, з бокової лінії. Тому що такі моменти пам'ятаю. І запам'яталось мені ім'я Самофалова. Ви ж один раз покидали, по-моєму, да, Кіровоградську зірку? Уходили. Я уходив в армію. 81-й рік за мною охотився з Києва, тоді вони вже знали. Тоді. Ну, тоді Мунтян Володимир Федорович хотів зібрати таку команду із молодих таких перспективних футболістів. В первой лиге тогда с Киева. И тут он нас собрал. Хотя команда вроде по людям была очень приличная, но сыграли мы бездарно. Вылетели с первой лиги. Вот. И этот год я провел с Киева. Мунтян – это легенда. Каким он вам запомнился? Ну, опять, суперпрофессионал, семикратный чемпион Советского Союза. Человек, который вообще, я говорю, он никогда дверь не закрывала, с любым вопросом зайдешь, чайком угостит. Вот. Очень хороший тренер. И закончил не очень хорошо, потому что я же говорю, что получилось так, что команда вылетает, а виноват тренер, понимаешь? Вот. И когда нас собирают там на СКА, заходит там такой был Фомин, генерал лейтенант, командующий Киевским округом, и при всех нас, пацанах, убирает тренера такого, понимаешь? То для меня это было, конечно, шоковое состояние. Ну, но тем не менее, вот так футбол он не прощает. Вот, допустим, чуть не удался у тренера. Ну все, какие бы заслуги. Мунтян мог показать тогда еще, когда он тренировал, тут свое умение, свое мастерство? Ой, да он работал с вами? Ну-ка, он во всех тренировках участвовал, конечно. Он показать, научить, после тренировок всегда остается, там с кем нужно было, дорабатывал. Он великий человек вообще. То есть определенный большой след он вашей... Однозначно, и, конечно, я вырос как футболист, потому что совсем другие получил от него и навыки, и уроки, и тактические, и понимание футбола. Поэтому это счастье. А что такое понимание футбола? Ну, а футбол – это ж тактика, это ж не то, что, как вы говорите, 22 бегают по полю. Это все-таки тактика, стратегия. Поэтому это очень... Ну, так столько всего надо, сколько всяких качеств, чтобы быть перспективным футболистом. И чувство команды, и тактика, и стратегия, конечно, и все это. Как это кондиции. И физические, как это все возможно в одном человеке вот, уместить? Это нужно быть, наверное, очень многогранным человеком прежде всего. Ну, естественно, надо было быть этим. И есть же у нас, и разве у нас... Мало футболистов хороших, которые к этим качествам соответствуют. Даже вот в Кировограде сколько вышло из Кировограда футболистов, которые играли на мировом уровне. Поэтому я считаю, что Кировоград он дает, а все-таки житница таланта футбольного. Зирка, зирка вперед, пускай растет твоим победам счет. Хоть путь тяжел к наградам, мы верим шаг за шагом. Зирка этот путь пройдет. Валерий Петрович, а давайте о земном, так сказать. Вот смотрите, есть такая гениальная фраза: кто главный в семье? Тот, у кого пульт от телевизора. Вот я к чему веду? Вот кубки, футбольные матчи, вы же, наверное, прикипели к телевизору. Да, а в те годы, например, 70-е, еще не было такого, что в каждой комнате по телевизору. Пульт был у вас, вся семья вместе с вами сидела по ту сторону экрана и болела. Но обмануть или сказать, как была правда?
Нет, правда, ну, нет, ну я думаю, что если нужно было, то шли на уступки и позволяли мне смотреть там такие футболы. А если кубок, а если евро, 30 дней да. идти на уступки? Ну я скажу... Это же какой нужно иметь ангельский характер, Валерий Петрович? Ирина Васильевна, я скажу другой вопрос. Значит, в то время мы проводили чемпионат Украины, а чемпионат СССР – это 52 игры. 52 игры в сезон. Поэтому я дома был, как ясное солнышко. Поэтому мне могли и рады дать тот пульт, потому что я ж... Мы, да вся пульта жизнь, тогда вся не жизнь, было еще. Вся жизнь проходила на базе. Это база на Новониколаевке, где алые паруса, пионерская лагерь. Вот это там прошла вся моя жизнь. Это так, 2/3 игра. Если, допустим, сыграли неудачно, никто дому не отпускает. На базу восстанавливаемся. Если выиграли, могут отпустить вечером. Приехали утром на тренировку и на базу. Поэтому... И все равно в этой вашей ситуации у жены, например, было два варианта. Или влюбиться, как и вы, в футбол на всю жизнь, или возненавидеть его на всю жизнь. Ну, значит, у вас какой вариант? Ну, полюбить футбол. Иначе просто не было бы семьи, она бы распалась и все. Поэтому полюбили, поддерживали и приходили все семьи на стадион, и дети мои выросли здесь на стадионе, приходили и встречали меня после игры. Поэтому это нормально. И не только мои, все жены приходили, болели, переживали. Поэтому тут аншлаг всегда был в Кировограде. Вот, если уж мы затронули эту тему, то действительно, давайте о кировоградских болельщиках. Насколько они любили футбол? И правда ли, что если неудачная игра, то вы просто прятались? То вас всех же знали в лицо. Это так оно и было. Это не какая-то избитая фраза. Я знаю, что и нам это было стыдно. Если мы проиграем игру, то мы в самом деле мы где-то прятались. Ну, и прятаться где-то база или квартира. Поэтому... Ну, а если выиграли, то нас на руках носили. Понятно, что люди фанатели футболом, и всегда тут полный стадион, и с удовольствием выходишь на поле, чувствуешь поддержку и наших болельщиков. И правда, что вот эти вот, которые сейчас видны, корпуса, там тоже были болельщики. Да, там рабочие, потому что здесь не во время работы, да и были же люди, тогда работала три смены «Красная звезда», то там на крышах сидели, свистели, кричали. А еще есть такая информация, что даже... Ну, руководство завода «Красная звезда» говорило, что когда вы проигрывали, это производительность труда уменьшилась. Да, падала, да. Это однозначно, конечно. Ну, тогда команда была, наша была вроде как приписана «Красной звезде». Поэтому это были наши люди, перед которыми мы были в ответственности. Мы оттуда получали зарплату от «Красной звезды». Поэтому мы с уважением относились, и встречи были и с болельщиками, и с руководством. То количество матчей, которые Валерий Петрович провел за команду, мячей забил, он был... Ну, столпом в игре «Звезды». И, естественно, это радовало болельщиков, даже несмотря на то, что, может быть, действительно не получалось нужных результатов, хороших результатов. Но проводить 50 встреч за сезон в украинской зоне второй лиги, где каждая команда имела футболистов, которые действительно усиляли даже команды премьер-лиги. Не могут все выиграть, поэтому есть такие моменты, но что... Но можно так, чтобы заслуживали, например? Ну а как же, а вы разве сейчас не видите? Сейчас это идет везде и всегда, и... Ну это как не практика, допустим, но всегда кто-то хотел, у кого-то были больше возможностей, кто-то мог приплатить судье. А что такое дать судье там какую-то лишнюю копейку? Он всегда будет какая-то симпатия уже команде, которая его стимулирует. Поэтому моменты такие были, и они имеют место и сейчас. А когда вы видели эту несправедливость, допустим, когда команда сработала, сыграла хорошо, а вот по вине какого-то судьи с какой-то карточкой вдруг раз, и все, и победа ушла к другой команде. Как вы реагировали? Не было такого вот настроения? Ну как сейчас, да, ударить. Вдогонку. Ударить мячом по судье. Ну, конечно, все мы люди эмоциональные, и все эти моменты какие-то могут быть. Ну, у нас была, во-первых, жесткая со стороны тренеров, ну, такая вроде как установка. Судьями не разговаривать вообще, потому что только это усугубит дело. Вот поэтому и я так своих, допустим, своих воспитанников учу, потому что судьей бесполезно. Если только ты начнешь с ним какие-то дебаты, это ты только усугубишь ситуацию. Это у него будет повод для того, чтобы просто потом тебя найти в каком-то моменте. В 91-м году, когда Валерий Петрович завершил свои выступления, у меня состоялся с ним разговор. Я говорю: Валерий Петрович, ну можно же еще поиграть, принести пользу команде. Он, шутя, сказал: да нет, ну как ты это видишь, мне уже... 35 лет ему на тот момент было. Я говорю: Валерий Петрович, можно? Он говорит: нет. Но после этого Валерий Петрович еще играл на чемпионат области, становился чемпионом области.
И на самом деле, я думаю, что он бы усилил команду и тогда. У вас сейчас много воспитанников, да? Вы тренируетесь? Немного воспитанников, где я тренирую тренирую детей 99-го года рождения, да. А где? Ну, не в музучилище. Ну, естественно. В музучилище. Нет, у меня основное место работы – это музыкальное училище. Там я… Председатель правкома. Ну да, председатель правкома – это должность на общественных началах, да. А вообще, руководитель физвоспитания, да? Да, физвоспитания. И работаю на полставки тренером в Сдюшоре. Это в дендропарке Вита. Вот там я работаю. Два имени Верхоланца. Да. У вас сейчас есть среди воспитанников 99-го года те, о которых вы могли бы сказать, вот это будущее Евтушенко или там? Ну, я бы хотел, чтобы так было, и желаю всем их. Есть хорошие ребята, но я всегда считал, что должна быть команда. Команда, вот когда есть команда, да, личности определяет, но когда есть коллектив, вот к этому я всегда вел. Есть ребята хорошие, есть перспективные, которые ездили в Донецк, в Шахтер и в Днепр. Вот они на карандаше, их знают, их смотрят, поэтому буду надеяться, что тут заиграет. Мы уже 8 років працюємо разом. Валерій Петрович – керівник фізичного виховання. Я працюю викладачем. Як наставник мій гарний, вихований, справедливий. Студенти наші музичного училища завжди з задоволенням приходять на наші уроки фізичної культури. Ми проводимо різні змагання, змагання з футболу між викладачами та студентами музичного училища. Поки що завжди перемагаємо ми. Ми вже 6-й рік цю традицію проводимо. Поки що студенти нас не можуть переграти, тому що Валерій Петрович як наставник нас ще тримає. Насколько я знаю, сейчас такая ситуация экономическая, скажем, и в принципе, что если, допустим, даже ребенок перспективный, замечательный, талантливый и подающий надежды, если у родителей нет достаточной суммы денег, все это просто уничтожает. Согласен. Как вы эту ситуацию сейчас оцениваете? Если, допустим, не будет помощи родителей, просто тогда дети вообще будут, они будут предоставлены улице и всему чему угодно. Или компьютером, да? Ну, оно так и есть, да, они... Ну, это в лучшем случае, а так где-то будут искать какие-то другие там все. Ваша гражданская позиция вот по этому поводу, как вы считаете, как должно быть вот в этой сфере, чтобы мы не теряли талантливых спортсменов, в принципе, как и талантливых там, скажем, ученых? Ну, это ж не только, допустим, проблема сейчас в спорте, оно в стране такая творится ситуация, поэтому это плохо, когда не финансируется детский спорт. Вот. И оно потом просто погибает. Ну вот, допустим, сейчас мы играем на Украину, 4 года я участвую в стадии Украины, нам помогает Березкин. Он нам оплачивает, допустим, взносы и дает транспорт. Часть там денег мы берем, допустим, из нашего фонда. Президент футбольного клуба «Озерка», Максим Станиславович. Да, вот он оплачивает, Потому что, и вот если говорить об этой теме, извините, Валерий Петрович, то и здесь же академия клубная, и тоже не все ложится на плечи. Да. Часть расходов, ложится на плечи, но большую часть расходов берет на себя руководство футбольного клуба. То есть развитие спорта, как и развитие искусства, невозможно в наше время без меценатов. Без меценатов. Без людей, которые любят это дело. И вот мы присутствуем на этом красавце-стадионе, который тоже не был бы возможен, если бы в него не вложили средства, душу, там, сердце. Это основная, допустим, арена. А вот он, как он сделал, смотрите, два поля построил искусственно. Это такая сейчас подсобие и для академии, и для нас, для тех, кто участвует. Потому что мы здесь проводим игры чемпионата Украины. Это, я говорю, это ему большое спасибо и только поддержка, потому что, я говорю, в тех моментах, когда мы играли и на пионере принимали, и там с трудом, если пошел дождь, это все, это проблемно, это инспектор может не допустить команду для игр. Вот сейчас это, конечно, нам отдушина такая. А игра нашей команды вам сейчас нравится? Ну, что не нравится? Нормально. Я очень доволен то, что, допустим, Сергей Дмитриевич смог вот этот самый. Хотя, много было там таких скептиков, которые говорили, не может он там тренировать, может. Ну да, человек, пришедший из детского. Юношеская школа, не работая ни одного дня, допустим, с командой мастеров. Вот, у него получилось. Поэтому я до чистого сердца рад и желаю ему только успеха в этом. Пусть наши кировоградские работают, тренируют, проявляют себя, потом могут идти в команды и повыше классом, чего нет. Ну, то есть у этого состава вы видите не плохо? Нет, по составу надо усиливаться, конечно. Усиливаться. Нужно, конечно. Но если мы хотим играть нормальный,
не на один год зайти тогда в Премьер-лигу, то надо усиливаться. Залог успеха, патриотизм, любовь к делу и, конечно, командный дух. Да, да. Мы же понимаем, что, допустим, на первых порах, может быть, надо будет обходиться тем, что есть по людям. Конечно. Поэтому надо вот именно сейчас готовиться, настраиваться на такие вот игры. А время покажет, а может, будет возможность, будет усиливаться. Все будет зависеть от, немножко от удачи и от везения. Ну, на этой замечательной ноте. Мы вам желаем тоже удачи и везения. И спасибо нам большое, что вы сегодня. Здоров'я, оставайтесь таким, каким ви є. Юра, ну я дуже тобі дякую. По-перше, що я хочу сказати, що сьогодні після твого інтерв'ю фанів у команди «Зірка» стало більше, принаймні на одну мою одиницю. Ну, це дуже добре, тому що я сподіваюся, що не тільки ти захопилася особистістю Валерія Петровича. І футболом. І футболом, але й багато юних спортсменів, юних футболістів дізналися для себе більше і тепер будуть знати, що в нас живе і передає свій приклад жива легенда кіровоградського футболу. А для себе особисто я зробила такий висновок. Хороша людина і талановитий спортсмен – поняття нероздільні. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить.